Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Кирилл Глобал. Вы находитесь на канале Кирилл Глобал. Сегодня мы играем в просто замечательную игру под названием Fortnite Battle Royale. Сейчас мы заходим в этот прекрасный режим и начинаем свое путешествие. Играть мы сегодня будем в соло. Потому что я не вижу смысла играть в дуо сейчас. Потому что это будет каша-шалаша. Также вы можете приходить на мои стримы, которые проходят на Ютубе. Иногда можете там заскакивать, пожалуйста. И, конечно же, ставить лайки. О, это у нас новые баги, понимаешь ли, да? Ну-ка. Ну... Аниме говно. Ладно, шучу, только не бейте меня, анимешники. Пожалуйста, не бейте меня, анимешники, пожалуйста. Все, короче, договорились, да? Вы меня не бьете, а я тут сижу, радуюсь. Зубу. Да, радуюсь. Сижу и радуюсь зубу. Сейчас, ребята, мы идем в каточку, погнали. Все, ребята, летим мы уже на автобасике. И будем приземляться, угадайте, куда. Попробуем, конечно же, высадиться. Да что ж так громко-то, я не понимаю, рот-то шатали. Господи, боже мой, понарожали тут в Фортнайтере и ранее сквады. Я коптил жену Обамы. Блин, конечно, очень громкий звук. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, с тем, что я Фортнайт поставил на соточку. Ну ладно, это не важно. На самом деле важно, но... Ну, короче, забейте в натуре. Важное то, что я запустил Fortnite, у меня больше не вылетает из него. То есть, значит, пофиксили баг с вылетом из учетной записи. Мне тут баг так достал, я его рот наоборот вообще. После этого момента я, короче, Fortnite подзабил чуть-чуть. Потому что мне реально надоело через каждую катку входить... В мою учетную запись. Но это не гоже, не гоже, согласитесь. Был баг этот. Очень долго его не могли пофиксить. По крайней мере, у меня долго этот баг был активен. В общем, вот. Ну, лутаемся мы в тюряге, потому что... Ну, потому что хочется разнообразия, значит, да. Надеюсь, то, что мы сможем апнуть сотый левел в четвертом сезоне. Или это какой сезон-то, я уже не помню, если честно. Четвертый, по-моему. Вот видите, насколько я просрался. Ну, не просрался, а, короче, забейте в натуре. Я в натуре кабан, будто сонная артерия. Так, эмочка зеленая нам не нужна. Мы выполняем квест, ребята. Выполняем, ну, только что сказал, для чего мы выполняем все квесты. Всех трех недель, которые у меня были не выполнены. Для того, чтобы, конечно же, прокачаться на сотый уровень. Вот. Так, слюрп у нас. Слюрп, слюрп. Вообще без разницы. В натуре. Так, ну. Блин, как нравится прям. Надеюсь, багов я сегодня не встречу. Кстати, ловушки, по-моему, сейчас носят по 150 урона. По 150 единиц урона. Это чтобы вы понимали, это очень много. Допустим, я сейчас, это, на 200 залитый, да? И мне сейчас ловушку кто-нибудь поставит прям под нос. И все. И все, понимаете? И все как бы. Катка просрота в основном. Если у нас не будет расходников. Если у нас не будет множества расходников, то мы, конечно же, сдохнем. Вот. Сейчас посмотрим даже, смотрите. Так, ловушка. А урон что-то не показывается. Время активации 1 секунда. Время перезарядки 5 секунд. Не показывается почему-то нам урон. Не знаю, с чем это связано. Возможно, просто не хотят палить нам. Не хотят спойлерить удовольствие, я не знаю. Ну, в общем, сейчас бегаем по тюряге. Ой, зона-то недалеко. Нормально, нормально. Так,
забираем пульки по пути. И все. Да. Понагомодрил. Боже, сколько здесь помпометов лежит. Это, конечно, весело все. Но. Ни хрена не весело, когда помпа дамажит по 220. Особенно в вас, когда влетает такой урон, то вы как бы такой фейспалмите. Ой, помню, я вчера играл, короче. Вне записи. Извиняюсь, скорее. По-братски. Играю такой. Радуюсь, значит. И мне влетает урон 200 хп. Чтобы вы понимали, я был на 200 хп залитый. И бегал я на Ланли Ладж. Вот. И как бы все. Пацан к успеху шел. Бегу такой, бегу, а там челик в кусте сидит, вот примерно вот такому. Я чат читаю такой. Ну, Twitch я стримлю, да подписывайся там. Ладно, чат, Twitch бесполезный нахрен. Не люблю Twitch, извиняюсь. Всем любителям Twitch передаю привет. Не, вот, если честно, не особо заходит Twitch. Не знаю, с чем это связано. Конечно же, не знаю, да, чтобы меня не захейтили из-за Twitch. Ну, в общем, влетает 220 урона мне в лицо прям. Я все, короче, выхожу из Fortnite. Вот. Иногда у меня такие бомбежки происходят. Потому что я ЛС. Ну, тем не менее, у меня винрейт, между прочим, 7%. 7%, понимаешь? Понимаешь, это не 6, не 5, не 5,5. Это 7. Знаете, вот это вот прям прекрасно, идеально. И вон сундучок мы видим. Все хорошо, у нас жизнь просто наладилась. Все хорошо у нас. Да. Я что, с напузом? А, ладно. Господи. Вот Бладруфер, а. Ломаем, ломаем потихонечку. Плюс 35, спасибо. Спасибо, палеточка. Ломайте, кстати, палеты. Очень много дают дерева, кто не знал. Вот. Сейчас бегаем, короче, вот в эти домики. Вот в эти два домика. И пролутаем там чуть-чуть. Видим юспик. Юспик я брать не буду, потому что... Ну, зачем? У меня синяя эмка. Как бы всяко лучше, чем юсп. Что юспом не зажмешь, юспом не сломаешь постройки. Юспом только продамажишь 40 в голову. Ну, это, конечно, он может. Иногда залетает прям хорошо. Хедшоты с него. Вот, а сэмочки только постройки, да и ломать. Вот. Оба. 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 Некоторые спросят меня. Кирилл, почему ты не смотришь наверх? Почему ты не чекаешь, есть ли в этом здании ловушки, а если их нет? Я отвечу вам, дорогие друзья. Потому что в тюряге ни одного человека не было. Соответственно, в этих домиках никто не появлялся, и никто даже не думал сюда прыгнуть. Понимаешь, да? Вот. Типа, откуда они здесь появятся? Это место нужно для тех... кто как бы лутал тюрьму, и у них не хватило чуть-чуть дропа. В общем, сейчас я эту мебель не буду ломать, потому что я Кирилл Глобал, знаете, да? Это вам уже всем известно. Объяснять-то по второму разу зачем. Собираем пульки, пульки, пульки. Успеем в пристройку забежать? Ну, успеем, по сути. По сути-то все там хорошо. О, синий дробовик. Вот это ходнота. Вот это прямо жёлтно-жёлтно. Сейчас заберем и побежим дальше. Ой, извиняюсь. Не то. Ну все, погнали дальше. В принципе, мы даже успели от зоны убежать чуть-чуть. Когда у меня, кстати, почти троечка. Прикиньте, да? У меня два с чем-то. 2,5, что ли. Ну, зона, я вам скажу... не особо хорош, потому что тут как бы пруд. Если все сойдется на пруде, то будет фиаско. Понимаешь, да?
По-моему, я слышал тело. По-моему, Блэд, я слышал тело. О, ружо. Нормас, нормас. Блин, надеюсь, мне послышалось. Оба. Это Россиюшка. Хлебная корочка. Иконка на полочке. Блэд, к чему это я сейчас сказал? Вот просто вопрос жизни. К чему я это сказал сейчас? 0 кило, господи, 17 человек, 0 кило, вы серьезно? Люди, вы где? Люди, пожалуйста, где вы? Скажите мне, где вы? Тут же кто-то лутался. Или нет? Да? Как давно здесь лутались? А, кстати, джампик присутствует, и 3 ловушки. Это одна та, конечно же, одна. Японо медь, почему мне все слышится сейчас? Мне сейчас послышалось то, что кто-то сзади меня топнул. Или кто-то в дверь постучал вообще. Ля, пьяный. Старый стал. Ладно. Ой, вам не видно, наверное, что он... Ой-ой. Вот так вот сделаю. Вот так вот, просто идеально. 30 дерева, спасибо. Спасибосик за подкончик, братан. Подгончик, да. Подгончик. Берем кристаллики, короче, летим в зону, потому что до начала бури остается 10 секунд, между прочим. Оба. Паркур. Новое движение, пункт саморазмножения, молодежное движение. Капс, да. Я здесь сундуков собрал, конечно. А где люди-то, я не понимаю. Где же люди? Вопрос. Я чё, микро не... Ой. А, я же замутился. Давай. Опа! Опа, видали, как я их продамажил-то жестко прям. Подсосал, японо меч. Убил. Хрена себе ты баклажан, братан. Ну и подсосник обоссный. Капсда. Меня, короче, 2 челика с разных сторон поджали. Просто круто. Я все запустил. У него, походу... Ну, найс. Земля тебе пухом. План говно какое-то. Я хочу видеть, как он сдохнет. Ниже надо стрелять. Ой, сейчас со снопы тебя снимут, братишка. Я бы... Ой, братан, заваляй тебя пухом. Вперед-назад надо двигаться, а не вправо-влево. Снайпер-то справа. Я бы сейчас построился вверх и подлетел бы к нему. Вообще, меня сейчас надо было залутать ему. Ну, что ты творишь?
У тебя джетпук, алё. Короче, у него джетпак, он спускается с помощью построек. Ну, поздравляю. 200 IQ гейминг. Ладно. Земля тебе пухом. Да-да-да, с РПГ. Челика где-то 40 хп. Ай, ладно. Короче, погнали в следующую катку, ребята. It's my every time. Па-п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 а. But every time, but a pop, pop, but a pop, pop. Это вторая катка, ребята. Смотрите, что я сейчас выбил. Оба. Видали, да? Видали? Вот это респект в натуре, братан. Респект. Просто респект. Это респект я отдаю тому, кто убил моего обидчика. В прошлой игре. Да. Сейчас мы летим в более населенное место. Называется это место торговая точка. Я прыгаю под автобус. Сейчас там будет много людей, будет месиво. Просто неимоверно. Постараюсь я взять топ-1 второй катки сегодня за день, между прочим. Это значит одно. То, что я не разыгранный. И вы сможете увидеть мой скилл. Неразвитый. Я не знаю, зачем я это сейчас сказал. Ну, просто вот сказал и все. Вот эти скины у меня, знаете, с какого сезона? Я не помню. Второй сезон, по-моему, это третий. Ой, понарожали тут, долбанный шашлык. О, все, умираю я, короче, забить. А нет, еще не умираю. Подсосал, подсосал, подсосал! Вы ничего не видели. Ты ничего не видел. Ты просто ничего не видел. Давай представим, что этой катки не было. Просто возьмем, представим, что этой катки не было. Это Россиюшка. Хлебная корочка. Иконка на полочке. Это третья катка за сегодняшний день. И мы летим опять же на торговую точку.
Сливаюсь я в основном из-за того, то что не успеваю подобрать оружие. Или падаю в какой-нибудь там домик, где дропа вообще нету. Или лежит долбанный пистолет-пулемет с глушителем. Это неимоверная дичь. Просто вот эпики. Внесите, пожалуйста, в свою игру баланс. Ну, не баланс, а как это сказать? Потому что, вот, допустим, в приятном парке, где-то здесь есть домик, вот тут вот, вот он, по-моему, или вот этот дом. В нем есть один сундук от силы 2. Но они очень редко спавнятся. Если этот сундук не заспавнился, и вам не повезло на этот спавн этого сундука, вы просто будете бегать ни с чем, в основном. А если повезет, то будете бегать с каким-нибудь пистолетиком, ну или с каким-нибудь другим оружием. Сейчас постараемся кое-что сделать у этого челика, отжать оружие, понимаете, да? Давай, открывай. Мы с земли тебе потом, братишка. Ну вот, я и говорю. Просто челик не успел подобрать оружие, вот он и сдох. Просто взял и сдох. Так, ружье. Отличненько. Что-то я тут это шалю уже. Что-то... Так, ребят, сейчас надо накопать чуть-чуть ресурс. Дрободан. Прекрасненько. Я же не ебанько, правильно? Значит, нам нужно сейчас... Нужно залутаться, понимаешь? Тут, кстати, надо чуть-чуть это... Ай, ладно. Пропаркурить надо было. Но я не стану, потому что здесь слёрп лежит. Оба, видали, какая головка? Оба видали, да, какая головка прям смачная залетела. Просто хедшот, baby, you got owned. Забейте вообще на значение этого знака, значение этого символа. Просто представьте себе, что я его не показывала, вот и все. На крыше чубрик. Чурбан яудзер. Смотри, что еще сделаем. Вот так вот. Вот так вот. Уу! Ты что творишь, братан? Ты, по-моему, не в адеквате. Девочка, не в адеквате. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам. Косой немножко челик нам попался. Я уже думал, все, короче, в лобби сейчас залетим. Потому что, ну, как бы, забейте вообще. Нубик попался. Просто зарашил меня. Постарался, попытался. Респект таким. Попытался меня зарашить короля Фортнайта, правильно? Ах ты, гниль! Что ж ты творишь? Ну ладно, все равно убил. 4 килла, тем не менее. Тем не менее, это прекрасно. Бы на ловушку не напороться. Да что раньше ее, когда она дамажила по 75, никто ее даже не проверял, по крайней мере, я ее даже не чекал, потому что 75 урона как бы. Ну, если, конечно, у вас было очень мало хп, то да, спор нет, что надо смотреть на потолки там. Ну, чекать, в общем, ловушки. Когда у тебя 200 хп, ты такой, ну, нахрен, и куча расходников, это важнее всего. Вот. Чего? Это здание никто не лутал? Серьезно? Что-то я даже заметил то, что... Люди... О, спасибо за подгончик, братан. Люди меньше всего лутают именно вот такие центры. Они в основном приземляются на... дома. Вот. А здесь, кстати, дроп-то нормально иногда бывает. Иногда. Ключевое слово, блэд. Нам же бы сейчас бинтики. Или аптечку. Ну вот. Спасибо за подгончик, братан. Сейчас хилимся потихонечку. Потихонечку. Помаленечку. По доллару, по копеечку. Я что-то не помню, как там пелось, если честно. Ну, понимаете, старость не радость, я помню. 4 килла.
Это хорошо. Давайте вот так вот сделаем. Потому что в лейте лучше все-таки с оптикой гонять. Потому что, ну, сами знаете почему. На дальних расстояниях там это... Можно кого хочешь убить. А вот, кстати, с ружьем на дальних расстояниях очень трудно попасть. Особенно если челик мансит вот так вот изгибается, как змея. А здесь сундучок. Блин, на самом деле очень трудно комментировать и играть. Опа. Спасибо, боссик, за подгонщик, братан. Потому что когда ты разговариваешь, ты можешь не услышать некоторые моменты, допустим, когда к вам враг топает. Ну, в общем, когда к вам враг приближается. Вот. Типа даже мелкий топот может сыграть на вашем геймплее. На вашем... Как каждый, короче, шаг имеет значение в вашей катке, вот. Чё я сейчас сказал? Ладно, забейте, вы ничего не слышали. Оба. Далеко я паркурист. Натуре кабан. Да, я слышал, что здесь сундук, вот он. Тарарарарам. Бинты, спасибо. Только чуть раньше надо было мне их всунуть. Вот. Смотрите, кстати, фича. Во, кто не знал. Можно через вот такие вот окошки перелазить вот таким вот треугольником. Вот так вот. Вот так вот. Чё же везде так много помп? Помповик. Некоторые называют помповый дробовик помповиком. Не знаю, с чем это связано. Мне показалось то, что кто-то перезарядил М-ку. Да, я, ребята, я знаю то, что наверху есть сундук, но я не стану его лутать, потому что у нас, в принципе, уже все есть. Нам осталось только подфармить ресурсы. Вот. И как бы этот сундук ничего нам не даст важного. О, видали, да, как я паркурю? Паркур. Новое движение, саморазмножение, молодежное движение. Чё, я 4 челиков убил, и все? Закончились, что ли, люли? Люлей, конечно, всем надавал, я вам дал. Вот так вот. Господи. Ой, примерно такая же зона. Вот прям сходство очень большое, я вам скажу. То, что была зона в позапрошлой катке и в этой. Надеюсь, мы сейчас не сольемся, потому что я уже чуть-чуть разогрелся, понимаешь, да? Там новый батут, да! Ладно, на самом деле, может, я первую катку вырежу. Хотя нет, зачем? Это же контент, понимаешь? Я там болтаю. Это очень интересно, когда я болтаю, понимаешь? Вот. Да, очень интересно, когда я болтаю. Да. Шучу, нет. Вот, погнали. Погнали через этот термитник. Я буду называть его именно так. Не знаю, с чем связана эта база. Не знаю. Я, короче, сбился с мысли, забейте. Погнали дальше. Полетели, тру-ля-ля. 49 пинг у меня. Это прекрасно. Там, в принципе, тоже может быть сундук в этом грузовике, который вы видели сейчас левее от меня, но... Зачем мне сейчас его лутать? У меня все есть, у меня 200 хп. И как бы все. Больше мне для счастья не надо. Вот. Нет, там его, кстати, нету. О, пулик. Годная хрень, кстати, иногда может помочь прям. Иногда может спасти, конечно, жестко. Вот. Ну, постройки ломать я не люблю им, потому что как бы разброс очень большой. И, типа, если ты будешь передвигаться, он будет еще больше.
Вот сундучок. Рандомно на него попался, если честно, сейчас. Давайте вот так вот сделаем. Граник я брать... Ну, не знаю, не знаю. Я, короче... Ты 6 ракет у меня. Да ну. Да ну, не надо. Лишний будет. Я считаю, что граник нужен для того, чтобы челика, ну, можно было заспамить. Заспамить так жестко просто. Чтобы он отстраиваться не успел. Чтобы он не чувствовал вашей перезарядки, понимаешь? А тут, когда 12 патрон, в общем, 12 ракет, то он вообще типа не почувствует. Там надо хотя бы 30. Лол, у меня 555 дерева. Нормас. Мне надо быть аккуратнее тут с этими долбучими кустами и понаметь. А то понарожает, знаешь. Повысирает там из лобби. В катку. Блин, Fortnite, конечно, веселая игра. Охрененно. Только вот когда меня в группу к ним запостят, я вот не знаю, не знаю. В общем, ладно. Ну, конечно, они меня не запустят. И понаметь. Я же... Точнее, конечно же, запустят. Это что такое? Я что-то это не видел. Не помню, по крайней мере. Вот это да. Это Fortnite, братишка. Братишка, я тебя покушать принёс. И там такой вылезает Кирилл Глобал. Такой, спасибосик за подгончик, братан. Да, мимасики придумываю. Кстати, добавили тележки, я в этом времени играл. Забаненный чит уже как бы... Ёб твою медь, обосраться можно. Я ещё думал, отлетел, короче. Нежелательно эту дичь использовать в соло, потому что... Как бы вы пока разгонитесь, вас уже могут обстрелять. Это что, здесь Чубрик, что ли, сидит? Вот он, Локс. Опять ты Довин. О, как я продамажился-то, я не понял. Оба видали, да, как я его наказал? Вот это дроп у тебя здесь, братишка. Я вот понимаю, почему ты такой наглый. Знаешь, давай... в сраку, пожалуй, эту снайперку. Вот 13 ракет, это прилично, я вам скажу. Так, сколько у тебя тут? 3? Да ну нах... нахрен. Хотел сказать, а не то, о чем вы подумали там некоторые. Чубупили. Да. Подожди. Теперь можно выходить на охоту. Да что ж такое-то? Надо сейчас уже поосторожнее сейчас влейте, будет играть. Не играть, а комментировать поменьше, а то я так сильно отвлекаюсь и ничего не слышу вокруг вообще. Ну, вот это. Вот это там постройка идеальная просто в небо. Яблочки. Сейчас пойдем поедим яблочек чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть. Яблочек. Смотрите, если он меня убивает, то... Опа! Изгибаюсь, как змея. Это я тебя нашел. А ты нашла меня. Ладно, не будем тут уже орать в микрофон, потому что это как бы неприлично, понимаешь?
Я здесь, пожалуй, отстроюсь на время. Ну, да. О, да. Вот так вот. Давайте я тут подстригу чуть-чуть. Ну, ты все понимаешь, братан. В чем проблема-то была? Тут еще какой-то чебупель обитает где-то. Чебупель, ага. Ну, я почти что в зоне, я вам скажу. Так что можем не волноваться пока что за свое местонахождение. Оба! Погнали, подпушим челика. Скроемся за холм, понимаешь ли, понимаю. Так, смотрите, ребят. Дали, как я его продамажил? Дико в натуре. Чё ж мне так много летит-то, я не понимаю. Да обосраться можно. Меня сейчас челик подстрижет просто. Ты чё? Лови, братан. Ай, мля, я маслину поймал. Я боюсь вон того снайпера, шаришь? Мне вот от зори как-то, знаешь... Ох, сейчас бы в харю залетело! Лол. 112 метров, кил, найс! Мне вон тот чубрик напрягает. Ну, я, пожалуй, я вот так вот сделаю. Читбан, это ты, что ли? А чё? Я додумал все, короче, мне звезда. Из-за долбанной елки я не мог стрелять, понимаешь? Тут, по-моему, еще один чурбан должен обитать. Сейчас надо быстро челика за этого залутать. А у него не было ни хрена. Смысл я ареста на него тратил вообще. Ой, здесь опасно. Ой, здесь опасно, короче. Вот это да, вот это прекрасно. Мы переждем тут, пожалуй. Пусть-ка посижу, шучу. Почему? Мои постройки утопают вообще. Блэд, не утопайте постройки, пожалуйста, ну по-братски. Блин. У меня 10 ракет, ну не знаю. А, ты там, что ли? Ну ладно. Понял, да? Я тут не умираю от падения. Погнали, жахнем, пожалуй, бутылочку водки. Блин, у меня ресов 300, понимаешь? Я вот, это единственная моя проблема сейчас. Меня не видишь? Ай, блядь, видишь? Видит все-таки чурбан. И мне стрёмно.
Он спустился, надо его пушить. Я считаю. Блот. 8 стрессов. Кировастенько, я тебе скажу. Да долбанный рот. Нерезов-то нету, я тебе скажу. Что сейчас делать, вообще не знаю. Просто респект. Просто охренительная катка. Просто я так рад. Я не знаю, у меня осталось 40 железа, понимаешь? 40 железа, металла. Я, если бы я не поставил вот эту хрень, я бы сейчас не вытащил. Я думаю, то, что я бы серьезно не вытащил. Потому что я подлетел, дал ему хит. На сколько хп? На очень мало я ему дал, если честно. А он меня чуть ли не ваншотнул, понимаешь? У меня было 200 хп. Ну, почти 200, там, плюс-минус. И он меня ваншотнул в голову. Не ваншотнул, а просто дал хит мне в голову. Где-то 160. Я не помню, сколько у меня хп, если честно, осталось. Но я его маленьким уроном сдамажил с помпы. Потом таким же маленьким уроном дамажил с тактик. Вот. И вот мне прям понравилось. Прям понравилась эта катка, серьезно. Что? Это что за говно? Ладно, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем удачи и всем пока, ребятушки. Пока.